Рассмотрим, как работают функции часов, то есть это измерение пульса. Так, рука на весу, я не знаю, сколько он покажет, но увидим. Да, вот функция измерения пульса сработала. Есть возможность измерить уровень стресса. Последний раз 4 дня назад. Стресс средний. Так, уровень кислорода. Ну, попробуем измерить, но я могу так сказать, что он не всегда срабатывает. Там специально надо руку ставить по положению, рекомендуемому производителем. И даже в этом случае уровень кислорода он не всегда мерится. И пока я могу так сказать, что эта функция для меня маловажная. Сейчас увидим. Но сработало на удивление.